Всем привет, это Спанч Боб и... Ассасин! И мы начинаем играть в Гарри Смот! Гарри Смот, это так... Ну это мод на... Хеллфайта. Ну да, ну да. И тут есть такой сервер Гмот З, и тут нужно выживать. Мы сейчас... Я взял сразу. Давай, давай, говори. Мы сейчас играем в мод на... На сервере Гмот З. Это что типа выживание? Ну как в DayZ. Ну да, что типа DayZ и... Ну, ну и, да, и WarZ. И WarZ. Стоп, это мой паспорт для автомата. Нет, это мой аккаунт для пистолета. Ура, шотган. Подклад для шотгана я взял. Окей, так. Так, это тот выход, там где зомби, блядь? Кажется, да. Я не знаю. Так, чисто, 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 чисто. Уходим. Как это? Эта дверь сама закрылась. Тихо, осторожно. Не хочу, чтобы нас нашли. Да. Мы полгода встречались, понимаешь? Мы, ребят, мы целый час пытались найти друг друга, и никак не могли найти. Да. Ага. Да. Ну вот меня, ну потом меня, я пошел на север. Потом взял калашников, потом тебя убил вот блоком. Да, меня убило электричество, прикиньте. Какое? Это типа АК. 47. У меня еще патроны были. Как попасть на лабораторию? Я не знаю. Я не знаю. Слушай, ты не спрашивай. Мы новички, точнее я, новичок, а... Ну я тоже новичок, я вчера только начал играть. Во, а я сегодня. Я только сейчас играю. Так, ты знаешь, что перерождаю тебя в читы, ты получаешь первое лицо. Да, я знаю. Ты мне говорил. Ну да, в самом начале. В самом начале мы от третьего играем. Ага. Сережка, ты продемонстрируешь? Да, сейчас, подождите. Вот так. Да, у нас тут, и как вы видите, вместо прицела у нас синяя фигня. Да. Все наши параметры обозначаются на спине нашего. И я хочу есть и пить. Тут еще есть такая, немножко на клюву. И тут, тут можно пить, там замерзно, и есть. Если ты не будешь не пить, ты есть, ты просто умрешь. Ой, я... Сори, я не то выбросил. Я тебе банан... На, попей. На, вот тебе покушать. Я тебе покушать дал. И тебе покушать принёс. Ну, потому что я с третьего яйца. Сейчас я возьму первое яйцо. О, я её подобрал. Нет, не я, слава богу. Ой, я пришёл. Всё, я всё съел. Фонарик. Тут ещё есть фонарик. Вот, видите, вот смотрите, вот такой фонарь. Так вам надо найти. Да. А я такой без фонаря бегаю. Кстати, тут сегодня вы не знали, что есть в Хеллфлайте? Типа фонаря, бинокля. Тут нет. Точнее, есть, но это надо искать. Бинокля тут вроде нет вообще. Ну, нет. Да почему нет? По-моему, есть. Кажется, нет, ну ладно. Вот, ребята, посмотрите наверху, смотрите, вот посмотрите наверху, вот видите, как там все ужасно выглядит, видите, как весь экран весь, не знаю, ломается просто. Вот видите, земля вся розовая, вот видите, вся земля розовая.
сделали патроны для автомата. Покажи. Я подобрал. Ну, я подобрал. Ну, ладно, хорошо, давай пошли куда-нибудь дальше. Подожди, сейчас апельсин съем. Ой, тут ты. Да, апельсин. Да, апельсин. А то я забыл, как апельсин переводить. Ой, ага, оранж переводить. Вижу лабораторию. Что? Вижу лабораторию, только это в рюк написал. Ладно, продолжаем. Ко мне. Кстати, а у тебя фонарь бесконечный? Ну, вроде да. Кстати, ребят, тут еще стамина, которая показывает, то усталость и не усталость. Если ты говорят, бежи, что у тебя стамина кончается. А если ты сидишь, тогда восстанавливается и не просто стоишь. Что восстанавливается? Стамина, это для бега. Почему? Не обязательно, когда сидишь. Ну да, когда еще стоишь, а потом она кончается, и ты все, и ты не можешь бежать. Ну это такая белая фигня, которая... Ну, короче, вы поняли, какая белая фигня. Блин, все мигают, мои глаза болят. Ой, у меня тоже немножко болят. Ну я... Там человек! Стоп, я вижу! Там человек! Там я человек. Электрические ёлки. А я вижу электрические ёлки. Я тоже. Смотри. Это вот ёлки, которые немного не роются. Это электрические ёлки. Они... К ним можно не подходить. Да. Так, я пошёл. Ассасин, я чуть не умер, понимаешь? Я вот сейчас прыгнул с этого места, чуть не умер, понимаешь? Сейчас всё могу помолиться. Сори. Извини, конечно. Вот, возьми аптечку. Я не понравился. Возьми сюда обратно. А, да. Не, у меня 100 хп, если что. Так, надо искать тут бревно такое. Окей, пошли. Ой, бревно. Я увидел. Ты меня свалил, кажется, или я сам свалился? Я тоже свалился. Там человек, видишь, там человек. Блин, там человек, это плохо. Я не люблю человека, все, пошли в другую. Блин! Стоп, ты где? Я сзади тебя. Я такого бревна? Да, нет. А, вот где. В окоп. Бежим. Прячемся. Если вы человечек нас заметит, то мы будем пипец. Потому что с какой-то вероятностью он мог спрятать за Ацелоксем. Кстати, когда вы находите Ацелоксем, это я Ацелоксем говорю, ну автомат не будет. Ну да, надо его прятать, потому что... Надо нажать эту юбку. Ну да, надо нажать кью, потом нажать вот сюда и юз. Нет, не юз, а надо даже просто взять. Я когда-то себе находил юзи, понимаешь, юзи. А потом меня убили и их забрали. Да, так, извините. Слушай, ты не знаешь, а как ты думаешь, мне оставить с собой патроны? Не использовать их? Я открываю коробки и оставлю патроны. Я думаю, ты оставишь, а потом уже, когда найдешь оружие, используй. Да, ты найдешь оружие. Я не знаю, ну ладно. Ладно. О, это... Плохой парень. Уходи отсюда, уходи. Я ухожу отсюда. Хорошо. Так. Вот давай.
я не чихал. Я не знаю, это я не тебе, это я папа. Вау, отсюда, вау. Покеда, ребята! Что? Покеда всем, кто в этом доме! Да! Что? Погоди, нам опять прерваться. Если что, то... то из меня выпадет мои шмотки. Ну давай! Ты где? Давай! Идиот, а его все нет и нет. Не могу уйти, ребят, простите, пожалуйста. Может, просто помотать. Гоу! Так, погоди, надо еще немного. Я вижу тебя и не смогу. Нет, я не робот. Я робот. У меня нет оружия, я шучу. Так, 87 хлов, я хочу есть, я хочу пить! Извини, у меня тебе попить. Я хочу пить! Извини, Гатун, то скоро это, не так кончится. Точнее, в смысле, полоски еды. Надо искать еду где-нибудь! Да, надо играть. Ладно, пойдем в той... Нет, я не пойду, Не выходи отсюда! Меня подстрелили! Меня еще больше подстрелили! Я тебе дам потом эту... Я использую сам себе! Ладно, использую... Нас чуть не убили, понимаешь? Нас чуть не убили! Они всех убивают просто так! Это называется... Знаете, как это называется? Это самородовство. Бандиты! А я упал вниз! А ты что, не видел, что я петлюкал? А, да, у тебя же тоже ерок. Так, обходим этого зомби стороной. Мне тоже попить хочется. Ты представляешь, мы чуть не умерли. Ладно, буду ходить медленно. Ну чё, блин, не умерли, всё, это капец, это капец. Да, я тебе не хочу, зверяка. Давай, дай мне тебя запрыгну. Всё, я тут. Так. Ты машешь лицо. Так, блин, я знаю, ты что. Это давай. Вот в тот каньон лучше не ходить, там взяться. Там очень много. Вот тут? Да. Я там ходил, и нет, я там, кажется, умер. Нет, ты там не умер, но я ходил там. Я тоже там ходил. Там такие кошки, где кошки. Где нет рудья? И там есть еще, как там, и там есть еще, нет, лава, ну это как-то грязь, не болото, ну я не знаю, что такое, ну это какая-то бяка просто. О, мы бункер нашли, бункер, прикинь, это хорошо. Бункер. Может там, может в этом бункере расположится это, оказывается, пушка какая-нибудь. Но это очень, это маленькая вероятность. Идем туда. Я там ничего не нахожу. А? Идем туда! Куда? В бункер! Мы идем.
Ой, на, лупа есть. У меня апельсин в эррор, у меня апельсин эррор. Нет? У меня апельсин эррор, а у тебя? У меня нет. Аптечка! Тебе нужна... Я взял! На аптечку, на аптечку. Так. Что это, зомби? Сода! Я нашел соду! Сода, молодец. Только ты это съешь и ключи? Я уже съел! Хорошо, ладно, пойдем в бункер. У меня есть фонарик, чтобы досветить путь. Хорошо, я не могу. Не могу. Пошел нафиг. У меня есть фонарик, я буду светить путь. Посвети тут. Свечу. Я что-то нашел, как. Повода лестница? Нет, это не лестница. Все, пошли дальше. Он повезло, что у меня есть фонарик, а? Что? Да. Повезло, что у меня есть фонарь. Так. Так, тут быстро зомби, идем обратно. Да. Да. Ну, второй вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос. Ну, пойдем, скажем, что там необыкновенно в этом малыше. А, 5. Ладно, короче, тут ничего нового нету. Это плохо. Идем куда-нибудь, наверное, в другое место. А я все голодаю, Ой, я тоже голодаю. Я что сказала, апельсин съешь? Я съел его уже давно! У меня ногу ничего не восстановил! У меня Блин, если я сдох, будет полный трындец. А что у тебя такого есть? У меня есть только аптечка. Патрон. У меня тоже есть аптечка! Хелт кит! У меня, кстати, аптечка не... Ну, которая это, которая в начале игры дается. А, ясно, ясно. И аптечка, которая... Ну, а у тебя есть аптечка. Пойдем туда в тот бункер. Да, в этот. Я не... Да, тут есть. Так, я быстро посмотрю. А, я не могу пойти. Черт! Нет! Я от голода вдох. Я от голода вдох. Ну, что теперь? Мне тебя надо ждать? Ну смотри, я тут какого-то бункера. Нет, я не у бункера. Давайте я буду ждать детей. Да, приготовляем запись. Я не знаю как. Я буду в бункере искать. Я не знаю как приводить запись. Понятно, это плохо. Какая кнопка? Я сам же не знаю как приводить запись. Я не знаю, что я видео режут на куски. Кажется, нет. Кажется, не умею. На куски умеешь резать видео? Кажется, не умею. Не умеешь, блин. Я косолапый. Может, ты косолапый? Так плохо. Ну ладно, ну ты только через время. О, я чувачка нашла какого-то. Самуэль. Нет, Самуэль, не нафиг. Иди на, там... А я могу, знаешь, когда я сейчас как бы выключу запись, то это видео выключу, и дальше как бы попробую и когда я на тебя включу видео, и попробую соединить эти два видео. Хорошо. Так что, ребят, я сейчас выключу видео, надеюсь, это будет не последнее все, так что, ребят, это идеально, скажу вам спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что не знаю, смогу я соединить другое видео. С этим, так что, тогда заранее же скажу пока. Ладно, до свидания, наши подписчики. Надеюсь, я смогу соединить видео, если, а вдруг, а может быть я косолапая, может быть и нет, так что посмотрим, смогу я соединить видео или нет. Так что, всем пока, надеюсь, я смогу сделать и нет. Так что, пока. Пока.
блядь, я надеюсь, я смог все сделать, и я все-таки нашел Данила после целых 100 часов хождения, я нашел Данила. Я надеюсь, я смог смонтировать так, чтобы все произошло хорошо. Потом нас еще несколько раз убили. Да, у меня есть ЮСП, у Серёжи есть нож, ЮСП я ему дал. И ты был, у меня еще есть автомат такой. Да. И мы, короче, богаты, можем всех убивать, кого захотим. Ну, за исключением не в этой зоне. Ладно, ну что, да, пойдем куда-нибудь погуляем. Да, погуляем, пожалуйста. Я патронов мало. Слушай, если ты найдешь эти патроны для пистолета, мне дашь? Ох. Ну я тут мне тоже не кончу эти патроны. А, ну да, точно. Да, надо разделить по полкам. Давай. Ой, как я открыл. Я нажал на Е. Земля! О, круто! Это земля сюда, слышится? Это группки ученых из третьей части Сталкера! Ой, я спойлернул ВМ! Что? Я спойлернул, короче, что это бункер ученых из третьей части Сталкера. ВМ! Ну да, да. Бункер ученых, да. Бункер ученых. Наверное. Я в третью часть Сталкера не играл. Это Сталкер Зов Припяти, вот так называется эта игра. Ты играл в Сталкер Зов Припяти? А, нет. Зов Припяти. Трэк. Если я надо... Где чувачок? Я могу дал. Ты давай иди. Я дам. Пам, я тебе дам. Эмо пистол. Чё? Чё это там говорит? А, хрен. Это лифт? Это лифт. Я, всё. Туда нельзя ездить почему-то. Что? Что за лифт такой? Так, надо бежать, потому что просто не убили. Что? Надо куда бежать, что просто не убили. Да. Идем в те дома, чтобы там нас никто не убил. Окей, идем в те дома, вот в те дома. Прям как эти, как Сталкер. Хотя, если бы я играл... Хотя я вообще хрен пойду на этого жила, бородёвствую. Блин, там человек мне... Потом иду... А, блин! Ты патроны зранишь, понимаешь? Ну как мне, блин, на меня напал? Блин, чё это? Я не знаю, но мы не сможем уйти, пока он не выйдет в сейф зоны. Ну да, я знаю. Он нас может просто убить. Мне кто-то, блядь, не очень хочет, чтобы он меня убил. Мне тоже! Он ушел, он от нас отстал. Это хорошо. Я возьму автомат в руки! Ну, что-то я положил пестик в карман. Тут, кстати говоря, можно и класть оружие в карман. Серёжа, как я вижу, не хочет это делать. Как это? Я уже спрятал оружие в карман, ты чё? Чё, а? Да, я спрятал, у меня уже нету микрофонза. А, с ножом бегаешь? Ну, молодец. Я с ножом бегаю? Да, вставай. Так, блин, разберем, окей? Если ты сможешь. Я? А давай разберем окно! Понятно, полезно.
Стоп. Сэмджи Амос! Сэмджи Амос! Это как Сэмджи? Ну да. Ну да. Так, стоп. Я давно поменял. Пистол Амос! Пистол! Слушай, раздели пополам. А как? Смотри, нажимаешь на правой кнопкой мыши, и там дробь... Так, у меня есть 17, сколько тебе дать? 17? Да мне сколько хочешь. Только мне надо все 17 давать. Так, 17 9 точно два. 17 равно 9, значит. Так, ближайшие 16. Так, нет, крыш. Ну, можешь кого... Можешь... мне дать 7. Возьми. Если хочешь. Возьми. 8. Ну, 8. Так. Ладно, я использую. Мы вообще оба перерядились. Вот у меня ровно магазин. О, молоко! Молоко! Молочко! Ну, короче, это, я могу выпить молоко? И тем... Пей! Пей! Спасибо. Молочко! А это классно, что ты нужен Дейс, а? Да, это очень напоминает Дейс. А сколько он сил идет? На 10 час? А, я не знаю. Дай, дай еще чуточку, поиграем, закончим, ладно? Да. То, что я не... Нельзя так, чтобы это было целый час. Ну да. Может, это, а мне поиграем? А мне нравится? Ну, когда мы закончим серию, мы тоже, мы продолжим играть, потом еще заснем, потом когда-нибудь, может, через 2 года, может, через 3, хотя, может, еще даже завтра, а может, еще сегодня, ладно. Дальше. Вечер играть. Чтобы там такого ничего не сделали. Потому что мне комп отказывает везти. Может, мы даже встретимся такими других серверах? Может, это мы уже никогда не встретимся, а может быть, что встретимся с детьми, мои дорогие. Да. Опа! Опа! Иди сюда. Америка, Европа, Азия, Китай. Нет, умер! Подбери мои шмотки, окей? Я не знаю, я не успею убежать! Успеешь, успеешь! Только тебе безопасно путем иди! Мой пистолет, мой пистолет, мой пистолет, мой пистолет, мой пистолет! Эй, попробуй, мой пистолет! Я справлюсь, я не знаю, я могу умереть. Чё? Я могу умереть. Ну, я к тебе... Я могу в сейф-зон, окей? Да ты иди в сейф-зон, и у тебя там, в принципе, есть капитан. Я... Ну, у тебя, в принципе, есть капитан, что ты не убьёшь от голода. Сказал... Не будем её найти, потому что не знаю, где она! Это кто? Ну, какие тут упасы в зону, я не знаю. Ты же играл в сталкера. Я играл в сталкера! Я играл в сталкера! Я уже нашёл, я только добежать, но только добежать! Понятно. Если что, я взял твои шмотки. Да, молодец. Молодец, что взял. Ты знаешь, что друг? Все, в своем доме все невозможно убить теперь. Тебя? Ну, хорошо. А я пока путешествую, хожу. Не только как уголовный. Ладно,
Ладно, я буду путешествовать около по краю карты. Можно? Ладно, то есть я скажу всем спасибо за просмотр. Да. Потому что я не хочу ждать 100 часов, пока он придет, так что ладно. Мы мало поиграем, но зато он показал, как это чудесный этот мод, режим. Не знаю, что это, но это чудесно. Да, очень хороший режим. Мы будем еще поиграть чуточку, да, Ассасин? Ты хочешь еще поиграть чуточку? Ладно, друзья, всем спасибо за просмотр. С тобой был Спанч Боб и кто? И Ассасин. А также мы смотрели видео, часть похождения нашего в этом мире. Так что тогда ладно, пока. Я так понял, что я взял твои пушки, шмотки, а? Ничего. Ты только можешь поиспользовать, в принципе. Только для нашей пушки. Хорошо. Ладно, ну все. Всем спасибо. Всем короче. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Да. И думаю, вам понравилось это видео. И пока! Пока! Кстати, я что-то для КД.